В легкоатлетическом манеже прошло открытое первенство детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Соревновались самые юные легкоатлеты в двух возрастных группах 2005 и 2006 и моложе годов рождения. Мальчики и девочки выявляли победителей в беге на 50, 300, 600 метров и 1000 метров, а также в прыжках в длину. Детский азарт захлестывал, особенно в беговых видах программы. Многие родители пришли поболеть за своих детей. Все призеры награждены грамотами, а победители получили свои первые медали. У некоторых юных легкоатлетов их оказалось сразу несколько.